фекалейках, на фекалейках общего пользования. Эстония раньше была вся фекалейная, и депо Таллин была комплектована такими тепловозами. Все это было разрушено по детским дорогам, и многие машинисты и железнодорожники, которые работают, все прошли через вот тепловоз серии Ту-2, который являлся идеальным для обучения профессии машиниста тепловоза. Сейчас мы в него обязательно зайдем. Вкратце расскажу о том, что у нас еще есть. Вот крытый вагон Демидовского машиностроительного завода. В 75-м году построили. Такие вагоны строились для перевозки грузов. Это была модификация для перевозки сыпучих грузов. Сверху и снизу были люки. И на цилиндрах фекалейках, как раз тепловозами Ту-2, такие вагоны перевозили зерно у нас. Во-первых, стоит у нас снегоочиститель кружный. Самоходный, прицепляется к тепловозу, с помощью штурвала подкрывается крылья и, собственно говоря, так расчищается снег. Ну, это типичный тепловозный вагон. Ну, конечно, есть небольшое отличие. У него литое дно, это вагон не саморазгружающийся, как раз последняя модификация для вагона-опрокидывателей. То есть он не требовал разгрузки никакой в люк. Одна из интересных штанатов, ударную армию. Вот она построена в 40-м году, вот табличка даже. Нарком тяжелой промышленности, завод имени Кагановича, Пискотавский. В таком виде она пришла на фекалейку, платформа, поскольку раньше в СССР не строили серийно, была сделана бочка, бочка тоже 5 годов. И вот так она, в принципе, эксплуатировалась до последнего времени предприятия. Ну вот, 9 апреля мы надеемся привести ее в порядок, и она будет в нашем ретро-поезде. На сайте.